Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги и партнеры. Сегодня у нас понедельник, 17 часов по Москве. Это время очередной презентации компании Skyway Capital. Меня зовут Максим. Если меня слышно, видно хорошо, и если видны слайды, экран нашего монитора, который, скажем, на котором отражаются слайды с информацией, прошу поставить, просто попросите в чате. Причем в чате вебинара и в чате, скажем так, в соцсетях, где у нас сегодня тоже идет трансляция. Итак, друзья, компания Skyway Capital, то есть мы каждый понедельник обычно рассказываем презентацию, в каком направлении мы движемся, да, что у нас за проект, что из себя представляет с самого начала технология, о которой мы рассказываем, да, и направление, в котором двигается группа компании Skyway и какие выгоды может получить каждый человек, принявший участие в нашем проекте. То есть такая схема обычно стандартная. Вот сразу хочу задать вопрос, есть ли в комнате те люди, которые не знакомы с этой информацией. Если есть такие, поставьте просто минус. Вот. Так, сейчас я посмотрю ответы соцсетей. И, скажем так, если нет новичков совсем, то я бы, наверное, предложил сегодняшний вебинар провести в форме вопросов-ответов, то, что вас беспокоит, да, ваше мнение, возможно, какие-то в чате, касаемо темпов развития проекта, касаемо там технологии, касаемо там развития нашей компании на территории там Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов. То есть вы, в принципе, можете высказывать свое мнение, задавать какие-то вопросы. Я, может быть, подытожу, наверное, ту информацию, которую даю уже на протяжении 4 с лишним лет. Сам проект наш, вы знаете, стартовал в 2014 году. Да, и, скажем так, старт проекта был связан с тем, что был выбран способ привлечения инвестиций для реализации новой инновационной транспортной технологии под названием Skyway. Да, то есть была выбрана платформа краудфандинга. И при помощи того, что людям были предложены выгодные условия становиться совладельцами пакетов долей, компании, да, на выгодных условиях, с хорошим полученным дисконтом. И суть самого проекта складывалась следующим образом, что необходимо было определиться с участком местности, на котором можно было продемонстрировать возможности технологии, которые разработал Анатолий Дарчуницкий, это генеральный конструктор технологии, как мы говорим, российский, белорусский, советский ученый, изобретатель, да, конструктор, инженер. Вот. И продемонстрировав возможность технологии, можно было бы сертифицировать ее транспортные средства, путевую структуру и приступить к строительству дорог в разных углах земного шара, там, где данная технология будет востребована. И вот те люди, которые становились совладельцами пакетов долей, те люди, которые помогли продвижению технологии, в дальнейшем имели возможность, скажем так, претендовать на прибыль, которая может быть у группы компании Skyway от реализации технологий в разных углах земного шара. То есть, как у нас заложено в инвестиционном меморандуме, не менее 20% от прибыли компании в дальнейшем будет распределяться между теми людьми, которые поддержали технологии на ранних этапах. Что такое ранние этапы? То есть момент старта нашей компании был разработан 15-этапный план ее реализации. Каждый из этапов предполагал определенный объем работ, который необходимо выполнить для того, чтобы приблизить момент реализации технологий строительства дорог в разных уголках земного шара. На каждом этапе были, скажем так, свои пункты работ, которые необходимо выполнить, соответственно, эти работы нужно финансирование. Да? И вот первый этап начался, как я вам сказал, в конце 2014 года. Планировалось, что этапов 15, и они будут закончены в конце 2017. Мы сегодня находимся в середине 2019 года, ну и у нас осталось практически два этапа с хвостиком. То есть где-то можно сказать, что по меркам того плана, хотя Анатолий Эдуардович Чернинский там, в 2016-2017 году говорил, что 15 этапов – это не догма, это вектор развития, да, то есть там есть определенный набор, как мы говорили, работ, которые надо выполнять. Ну и в том же плане 15 этапов не все было заложено, то, что сделано на сегодняшний день, потому что в каком-то направлении там те же работы перевыполнены, потому что если поначалу речь шла сухо о развитии трех сегментов транспортного рынка, это грузовой Skyway, да, там предполагалось со скоростью до 120 км в час перевозки грузов, начиная там от сыпучих жидкостей, штучных грузов различных, заканчивая, сейчас речь идет уже о перевозке контейнеров и создании транспортного средства, да, городской транспорт в сегменте, скажем так, города, пригорода, там, со скоростью до 150 км в час, и междугородний, международный Skyway с предполагаемой скоростью на начале старта нашего проекта 500 км в час, сейчас речь идет о 600 км в час и так далее. То есть движение началось, как я сказал, в 2014 году, первый дисконт, либо, скажем так, отличие стоимости долей, которая была взята за 1 доллар, от номинальной составляли там более 3000 раз. На сегодняшний день мы находимся на 13 этапе, на, скажем так, заключительном подэтапе 13 этапа, и уровень доходности по пакетам тех людей, которые принимают решение сегодня стать
участниками нашего проекта составляет от 14 до 60 раз в зависимости от номиналов тех пакетов, которые люди выбирают. У нас очень демократичный вход в проект, то есть вы можете, скажем, как мы говорим, присмотреться, начать с минимальной суммы $15 США, посмотреть, скажем так, что произойдет, если вы проинвестируете такие деньги, да, то есть стать собственником дали на небольшую сумму, как делало огромное количество людей в разных уголках земного шара, а потом люди, разобравшись с проектом, инвестировали гораздо большие денежные средства, потому что у нас есть как инвесторы, которые вложили $15, так и те, которые вложили более 100 тысяч долларов, потому что разбежка, скажем так, достаточно широкая. Что хотелось бы отметить, да, то, что действительно технологии, которые мы выводим на сегодняшний день на мировой транспортный рынок, ну, ее раньше не было нигде. Мы можем сравнивать темпы роста развития нашего проекта, например, с тем же, как мы говорим, там, Apple, Microsoft и так далее, но все-таки Apple и Microsoft, они где-то перекочевали, наверное, из большого количества электронных вычислительных машин, которые гораздо большего размера, поменялась немножко концепция, и такие люди, как Билл Гейтс, там, Стив Джобс, еще целый ряд специалистов, молодых людей, скажем так, с достаточно открытым видением, да, которые видели перспективу использования персональных компьютеров, они приступили к разработке как раз-таки персональных ЭВМ, да, там PC, как это говорилось, потом разработке программ, железа для этого, и появилось уже в итоге на протяжении, там, получается, с конца 70-х годов по сегодняшний день, это уже там 30 с лишним лет, в течение которых развиваются технологии, связанные с миром персональных компьютеров, интернета, да, который пришел следом за развитием персональных компьютеров, потому что компьютеры в домах начали объединяться в большие сети и так далее, и так далее. Мы же на сегодняшний день развиваемся всего 5 лет, а концепция в корне отличается от тех транспортных технологий, которые мы с вами имеем на сегодняшний день. Да? И мы знаем, что огромное количество транспорта, который сегодня используется на планете, в принципе, не решает тех проблем, которые стоят перед человечеством. Это какие? Это проблемы экологии, потому что все виды транспортных средств загрязняют окружающую среду, да. Это проблемы той же скорости, да, потому что на нее, например, влияет что? Загруженность дорог, если мы говорим об автомобилях. Это, скажем так, пропускная способность тех же железных дорог для перевозки грузов, да, потому что, скажем так, железные дороги могли бы перевозить больше, если бы этих железных дорог построить, скажем так, несколько рядов рядом друг с другом и так далее. Но даже если это сделать, подвижного состава не хватает, как это было, например, последний год в Беларуси. То есть можно было перевести больше грузов, если бы, скажем так, тех же грузовых вагонов в разного направления, да, у белорусской, например, железной дороги было гораздо больше, чем это есть на сегодняшний день. Далее, природные явления, различные погодные явления, да, изменение климата и так далее, все очень серьезно сказывается на перемещении транспорта, который мы с вами используем на протяжении 100 лет в каждой транспортной системе. Это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт и водный, да. Ну, водные, вы знаете, люди используют несколько тысяч лет, начиная там с лодок, которые строили там, выдалбливали деревья, да, то есть были такие долбленые лодки, которые из цельного куска дерева, либо, скажем так, потом начинали строиться более крупные суда. Первые войны, скажем так, морские сражения мы с вами знаем, если почитать историю, были еще до нашей эры и так далее, и так далее. То есть водный транспорт, он самый древний. Ну и на сегодняшний день, наверное, если говорить о перевозке огромного количества грузов, самый дешевый – это перевозка грузов посредством морских, либо там, скажем так, пресноводных перевозок. Да? То есть это большие-большие суда, которые перевозят большие объемы грузов. Сейчас большой упор делается на железной дороге, этот великий шелковый путь, который там предполагается, перевозки огромного количества товаров там из Китая в Европу, из Европы в Китай, но опять же все это ограничено, скажем так, теми технологиями, которые мы на сегодняшний день используем, те же железные дороги, автомобильные дороги, то есть нужно строить многие-многие тысячи, даже миллионы километров дорог, во многих местах их построить просто невозможно, да, из-за рельефа, например, там, пересеченной местности, качества почв там, и так далее, так далее, так далее. Технологии же Skyway, о которой мы с вами говорим, о которой мы рассказываем на протяжении 5 лет, да, это технологии, которые представляют из себя транспорт эстакадного типа, который поднят над землей, вот, транспорт, у которого нет никаких пересечений, скажем так, с пешеходами, что значительно повышает уровень безопасности данного вида транспорта, да, нет никаких пересечений перекрестков, нет светофоров и так далее, и так далее. Транспорт, который, поднявшись над землей, экономит огромное количество энергии при передвижении, например, на высоких скоростях, потому что вот простой эффект экрана, который присутствует при перемещении транспортных средств по поверхности Земли, он здесь отсутствовал. А 90% энергии на перемещение транспортного средства на скоростях свыше 300
километров в час тратится как раз-таки на преодоление эффекта экрана, который препятствует перемещению транспортных средств, и на его преодоление затрачивается огромное количество топлива, либо там энергии, в зависимости от двигателя, который используется. Здесь всего этого нет. Да? То есть транспорт SkyWay выигрывает в чем, если кратко сказать? Первое, экологически чистый на сегодняшний день есть. Целый ряд транспортных средств, которые уже созданы, да, то есть это электродвигатели, двигатели, мотор, колеса. Мало того, это двигатели, которые разработаны специалистами нашего же предприятия под названием «Струйные технологии», которые входят в группу компании SkyWay. И на сегодняшний день более 800 специалистов разного направления работают над реализацией технологии SkyWay на территории Республики Беларусь. Экологически чистый, высокоскоростной. Дальше, что хотелось бы еще отметить. Помимо высокой скорости, помимо, скажем так, экологической чистоты, это безопасность, мимо которой пройти нельзя. Но вот даже навскидку, скажем так, три важных составляющих, которые характеризуют транспорт SkyWay, да, в положительную сторону по отношению ко всем транспортным системам, которые мы на сегодня имеем. Можно сказать, что транспорт всепогодный, потому что вот явления природы такие, как сильный ветер, дождь, снегопад, наводнение, да, вследствие там, паводки там, не знаю, весной либо после сильных дождей, все это никак не будет сказываться на перемещении транспорта SkyWay, потому что он поднят над землей, скажем так, прочные анкерные опоры, которые несут на себе основную нагрузку, то есть там, где, скажем так, закрепляются струны, находящиеся внутри струнного рельса, да, промежуточные опоры. То есть очень важно отметить следующее, что данный транспорт по сравнению со всеми видами транспортных систем, которые мы имеем на сегодняшний день, он экономит огромное количество денежных средств при возведении путевой структуры и при ее дальнейшем использование при дальнейшей эксплуатации. Как заявляет наш генеральный конструктор, единожды построенная путевая структура, прочная путевая структура, идеально ровная, скажем так, как он любит говорить, без температурных швов, да, то есть стальное колесо может катиться по стальному рельсу, минимальное сопротивление качения колеса и так далее, и так далее. То есть во многих аспектах мы выигрываем, сравнивая, скажем так, технологию SkyWay с любым видом транспорта, который мы сегодня используем. Сам струнный рельс устроен достаточно просто, с одной стороны, как любит говорить Анатолий Эдуардович Юницкий, по сути, это вантовый мост, который строились людьми уже там более 100 лет. Да? Вы видели наверняка вантовые мосты, которые делаются за счет натянутых канатов и так далее. Только эта ванта, да, уложена не снаружи, точнее, скажем так, осуществляется натяжение, а внутри рельса. То есть металлический корпус, внутри которого, скажем так, натянуты, предварительно напряжены высокопрочные, скажем так, проволока либо канаты. И все это залито, скажем, модифицированной смесью, модифицированным бетоном. Получается очень прочная балка, по которой сверху катится стальное колесо. Путевая структура может быть подвесная либо навесная, то есть либо сверху. Ферменная, например, структура может катиться транспортное средство, там образца высотного SkyWay. Либо подвесная, она может быть как бирельсовая, монорельсовая, то есть вариантов на сегодняшний день много. Да? То есть сама путевая структура может выглядеть следующим образом. Мы знаем три вида на сегодняшний день путевой структуры. Рельса, да, это жесткий рельс. Ферменная структура, которая у нас сегодня уже реализована в экотехнопарке, это, скажем так, полужесткий рельс, который тоже продемонстрирован в экотехнопарке, и гибкий рельс. Да? Что хотелось бы отметить? Я вот буквально кратко бегу, скажем так, пробегаюсь по основным вехам. За 5 лет достигнут целый ряд, скажем так, пройден целый ряд этапов, да, то есть был получен участок земли не сразу, в 2015 году. Началось строительство, как мы тогда говорили, экспериментального тестового участка, либо полигон испытательного, да, сегодня это называется экотехнопарк, в котором демонстрируется, что рядом с транспортной технологией могут находиться цветущие сады, то, что технология, скажем так, никак не влияет на природу, да, то есть не ухудшает ее состояние. У нас построено сегодня 6 трасс на территории экотехнопарка, почти, потому что 5 трасс уже построены, 6-я сейчас реализуется, ее первый, ну, важно, самое главное предназначение 6-й трассы – это проведение испытаний транспортных средств, которые будут подвозиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть участок площадью почти 36 гектар был получен в 2015 году. И начиная где-то с июля 2015 года началось строительство экотехнопарка. И по сути дела это комплекс зданий и сооружений, да, которые, скажем так, создаются для того, чтобы можно было продемонстрировать все, что из себя представляет транспортные средства и путевая структура SkyWay, провести сертификационные работы и выйти, скажем так, уже с сертифицированным транспортом на строительство дорог в разных уголках земного шара, как я это говорил в начале нашего сегодняшнего вебинара. То есть работы проделано много. Еще раз хочу сказать, что все это началось с нуля. И проект, например, стартовал у нас в январе 2014 года. Еще в мае 2014 года специалистов в научно-производственном предприятии, которое в Республике Беларусь у нас сейчас находится, был всего один генеральный конструктор Анатолий Дарович Юницкий.
Вот. За это время, как я сказал, есть целый ряд своих собственных наработок с точки зрения использования новейших материалов, создания двигателей, мотор-колесо. У нас на предприятии на сегодняшний день устанавливается самое новейшее оборудование, новейшие станки с программным управлением, то есть высококвалифицированные кадры привлекаются на работу, да, и используется, например, самое передовое программное обеспечение, да, так называемая индустрия 4.0. Есть такая компания, один из лидеров направления, скажем так, создания элементов индустрии 4.0. Это компания Dassault Systèmes французская. Сегодня на разных форумах, в разных уголках земного шара эта компания рассказывает о том, что компания струнной технологии из Республики Беларусь, одной из первых на территории Беларуси СНГ, стала использовать данное программное обеспечение для создания транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay, да, чтобы, скажем так, все специалисты, принимающие участие в создании транспортных средств, например, видели любое изменение, если там, а вы знаете, работают люди, которые создают там корпус, двигатели, да, там машинное зрение и так далее, чтобы они в комплексе могли видеть, что какое-то изменение произошло, соответственно, система сразу же все это видит, все это быстро перестраивается, это экономит, наверное, месяцы, а может быть, даже и годы в дальнейшем, да, для того, чтобы вывести транспортную систему на ее, скажем так, реализацию в разных точках земного шара. За время создания и развития, скажем так, нашего проекта специалисты нашей компании принимали участие в целом ряде крупных международных мероприятий. За это время получено более 80 различных патентов и сертификатов на территории самых развитых стран, да, можно сказать, это Соединенные Штаты, Канада, это Китай, Япония, это страны Евросоюза, точнее, до 11 сертификатов и патентов было получено в странах Евросоюза, это страны СНГ. Вот. И 18 крупных мероприятий, международных выставок и форумов, на которых принимало участие представители компании SkyWay, за это время было проведено. Это была и Россия, это была Беларусь, это была Юго-Восточная Азия, это была Австралия, Европа, да, то есть, по сути дела, охвачен целый ряд континентов. Были, скажем так, мероприятия, посвященные развитию транспортной отрасли, скажем, инфраструктуры, умным городам там и так далее, и так далее. Они проходили на территории Африки, где были представители нашей компании. То есть фактически делегации нашего предприятия посещали территорию Южной Америки, представители Южной Америки приезжали на территорию Экотехнопарка. Всего за это время 32 делегации посетили территорию, международной делегации, посетили территорию Экотехнопарка, посетили территорию наших конструкторских бюро и лично убедились в том, чего достигла компания на сегодняшний день. За время разработки и внедрения технологии компания, как мы говорим, обросла активами. Да, и сегодня, как говорил наш генеральный конструктор, более 20 зданий во владении у группы компании SkyWay. Соответственно, совладельцами этих зданий являются все те, кто стал нашего проекта, партнерами, кто поддержал технологию на тех самых ранних этапах, о которых мы говорим. Эти этапы еще пока продолжаются, есть возможность это сделать. У нас есть свое собственное четырехэтажное здание, которое находится в 2-3 минутах пешком. Вот, если идти пешком от метро тракторный завод в городе Минске, это промышленный, скажем так, район города. Вот, у нас есть еще, скажем, несколько зданий, на которых мы арендуем территорию, да, это возле библиотеки, как вот белорусы иногда любят называть там восьмое чудо света, если вечером посмотреть, действительно, она очень красиво светится, в форме такого куба напоминает какой-нибудь инопланетный корабль там, фильмов времен 80-х, 90-х годов, да. Вот. Что хотелось бы еще отметить, что на сегодняшний день более 800 специалистов, как я уже говорил, работают на территории Республики Беларусь в группе компании SkyWay. У нас сегодня расширяются производственные площади, достраивается здание для мелкосерийной сборки, как мы говорим, крупноузловой сборки транспортных средств на территории объекта в Шабанах, это окраина города Минска. Как вот в последнем ролике прозвучало, да, еще есть третья производственная, скажем так, территория, вот, о которой я сейчас, наверное, сказать что-то нового и конкретного не могу, но там общая площадь, скажем так, производственных помещений, как сказал Анатолий Дарович Юницкий, более 10 тысяч квадратных метров, да, а если суммарно сложить, там уже скоро, в недалеком будущем, будет более 20 тысяч квадратных метров. То есть компания расширяется, компания двигается, скажем так, к выбранным целям. У нас, как говорил, построен объект на территории Республики Беларусь, недалеко от города Марьино Горка, называется Экотехнопарк, на территории которого 5 путевых структур и достраивается 6-я. Да? У нас сегодня идет активная работа по реализации проекта группы компании SkyWay на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Первую информацию о том, что мы активно начинаем двигаться в направлении Эмиратов, мы получили на Экофестивале прошлого года.
Да, это произошло в августе месяце 2018 года, когда наш генеральный конструктор сказал, что там ввиду целого ряда сложившихся обстоятельств мы не смогли получить участок местности на территории Республики Беларусь, а страна, которая, скажем так, открыла перед нами двери для реализации технологии применения ее, да, на своей территории, стала Объединенные Арабские Эмираты. И нам в трех местах выделили участки, один из них непосредственно возле научно-исследовательского центра в городе Шарджа, там часть технопарка, который там строится, это будет инновационный центр SkyWay, так называемый SWIC, SkyWay Innovation Center. Там, где будут построены 4 трассы, первая сейчас активно строится, да, и, как сказано в последнем ролике, скажем так, согласовывается техническая документация по следующей трассе SkyWay, которая будет протяженностью 2,5 километра на территории нашего инновационного центра в Шарже. Это будет фирменная путевая структура, да, для того, чтобы как бы развиваться и продемонстрировать, что из себя представляет технология SkyWay на территории Эмиратов. Вы знаете, обкатывался, скажем так, испытывался тропический юникар, четырехместный, усовершенствованный. У нас был построен шестиместный, да, и отправлен уже на территорию Эмиратов. И первая цель, которая у нас в Объединенных Арабских Эмиратах, это демонстрация возможности технологий на участке с провисающей путевой структурой, протяженностью небольшой, 400 метров, 100, 200 и 100. Там будет продемонстрирован как раз-таки вот этот юникар, и в дальнейшем там будет построен еще 3 трассы протяженностью 2,5 километра, там, где будет демонстрироваться вся, скажем так, инфраструктура, вплоть до, как мы уже слышали, да, испытываться система там, продажи билетов, захода на станции и так далее, и так далее. Важный момент, то, что на территории Объединенных Арабских Эмиратов, начиная вот с апреля прошлого года, 2018 года, когда состоялось Future City Show, да, был проведен целый ряд раундов переговоров, приезжали делегации с Эмиратов на территорию экотехнопарка. Наши специалисты практически каждый месяц там находятся и подолгу, да, решают целый ряд вопросов, которые нужно согласовать для того, чтобы продвигать технологию в Объединенных Арабских Эмиратах. Был целый ряд крупных форумов, проходящих на территории разных Эмиратов, да, то есть там это были и в Шарже, были и в Абу-Даби, были, скажем так, в Дубае. И важно отметить следующее, то, что мы говорили, уже подводили итоги работы весны, да, в конце апреля. 6 проектов, которые включены в отдельный пакет проектов, да, для реализации, скажем так, развития города Дубай. Один из 6 проектов – это строительство 15-километровой трассы под названием SkyPods, так называют наши технологии в Объединенных Арабских Эмиратах, с 21 станцией. Это будет реализовано в городе Дубай. Но первое, конечно, что нужно продемонстрировать, как говорит наш генеральный конструктор, это успехи на территории Эмирата Шарджа. И сейчас, скажем так, ну не то, что все силы, но тем не менее, большой акцент делается, конечно же, в этом направлении. Основные работы ведутся для того, чтобы, скажем так, продемонстрировать арабским партнерам, что мы исполняем свои обязательства, что мы можем реализовать технологию, что она может быть реализована в тропических условиях. Ну и что хотелось бы отметить, да, Анатолий Эдуардович Юницкий в своем недавнем интервью, вот, где-то пару недель назад, сказал, что вот 6-я трасса достраивается, она будет, скажем, отличаться очень сильно от того, что у нас построено в экотехнопарке было до того, потому что на ней будут испытываться транспортные средства большого тоннажа. Это будут и юниконты, да, для перевозки контейнеров до 35 тонн, сам контейнер, плюс еще, скажем так, транспортные средства, то есть до 50 тонн. И после того, как все это будет обкатано, скажем так, вылизано, да, это будет отправляться на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, где в реализации технологий заинтересовано большое количество людей. Нам там включили зеленый свет, да, на уровне, скажем так, руководства Эмиратов, на уровне руководства страны нашу технологию поддерживают в одной из самых инновационных стран мира. Что хотелось бы сказать еще, коллеги, да, то есть, в принципе, 5 лет много это или мало, да, вот я привел пример Apple там или Microsoft, они развиваются там уже на протяжении 30 с лишним лет, и тоже поначалу не все шло, как вот мы видим на сегодняшний день, да. Поначалу огромное количество людей сомневалось в том, стоило ли вкладываться в развитие этих компаний или нет. Нашлись те, кто деньги вложил, они сегодня себя очень хорошо финансово чувствуют. Но то же самое можно сказать о первых инвесторах, о первых наших партнерах, которые стали инвестировать свои денежные средства в 2014-2015 году, когда дисконты были максимальны. Да? Но сегодня еще уровень доходности на 13-м этапе развития нашей технологии, если говорить об инвестициях, если говорить о выгодах людей, они тоже достаточно высоки. То есть при умножении денежных средств, например, на обозримом участке в будущем, да, от 14 до 60 раз, это очень хороший прирост, скажем так, дохода. Да, вот, ну, это мое мнение, не знаю, как ваше. На сегодняшний день, как я вам сказал, есть возможность приобретения пакетов с дисконтом от 14 до 60, есть возможность инвестировать сразу в пакеты, в разовые, есть возможность выбрать стратегию инвестирования в рассрочку, то есть частями, да, выкупать пакеты долей и в дальнейшем получать приличные объемы
Дали собственность. Ну и что хотелось бы отметить следующее, потому что действительно есть большое количество людей, которые ждут монетизации нашей компании на международных рынках с целью того, что имея большое количество долей, да, вот и все мечтают о том, чтобы каждая доля стоила $1 США, чтобы продать какую-то часть и на этом, скажем, ну, хорошо себя почувствовать финансово, да. Есть большое количество людей, которые планируют не продавать свои доли и в дальнейшем, имея большое количество долей в пакетах, получать дивиденды, да. То есть, ну, дивиденды, вы понимаете, если они будут, то они будут рассчитываться прибыль на каждую отдельную взятую долю. Соответственно, чем большим пакетом долей вы будете владеть на момент распределения этих дивидендов, тем больше количество денег вы будете получать. Соответственно, как я говорил вначале, вы можете, скажем так, купить небольшие пакеты, что делали огромное количество людей, потом докупать и так далее. Но сегодня, наверное, люди вот задают вопрос, когда выгодно инвестировать, может подождать еще, когда будет по доллару и так далее. Решайте сами, выгодно сегодня покупать или нет. Допустим, если акция будет стоить, когда мы будем считаться как акция, и доля, например, будет стоить доллар, да, сегодня можно купить с дисконтом в 14 раз дешевле одну долю, либо там до 60 раз, если вы, скажем так, являетесь бизнесменом, если у вас есть достаточно серьезный уровень дохода, если у вас есть такая сумма, как 150 тысяч долларов, пожалуйста, вы можете инвестировать с дисконтом 60, да, то есть у вас на эту сумму доли будут приумножены в 60 раз, соответственно, вы становитесь потенциальным миллионером, владельцем большого-большого пакета долей. Но каждый, как мы говорим, выбирает для себя свой путь, то есть надо, не надо, решает и так далее, и так далее. Хотелось бы просто задать вопрос, опять же, вот то, что я задавал вначале, как вы считаете, 5 лет, скажем так, со старта проекта, в котором не было ничего, с которым, скажем, не было возможно, ну, не то чтобы возможности, не было места, да, где можно реализовать, демонстрировать это, и до сегодняшнего дня. Много это или мало? Вот я бы хотел увидеть тех, кто скажет, те, кто считает, что мы слишком долго развиваемся, да, там мы устали уже ждать. Поставьте, наверное, циферку 2. Те, кто считает, что, в принципе, это вполне приемлемый темп развития группы компаний, поставьте цифру 1. Вот я бы хотел увидеть, скажем так, мнение тех, кто находится сегодня на вебинаре. Николай Пестов, спасибо. Да, я знаю, Николай, что вы являетесь приверженцем нашей технологии достаточно давно, с первых дней, наверное, да, и вместе с нами активно развиваетесь. Извините, я глотну воды. Я бы, наверное, хотел не то, чтобы порассуждать, но тем не менее, смотрите, обратиться, наверное, к тем людям, которые, как мы говорим, вот немного устали ждать, которые считают, что вот мы долго развиваемся, вот давно бы хотелось бы там раздать эти доли и так далее, и так далее. Смотрите, дело в том, что мы действительно имеем дело с краудфандингом, да, то есть, по сути дела, рынок на территории, например, СНГ, он совсем не устоявшийся, и до сих пор, вот, например, Российской Федерации нет принятого закона, да, либо каких-то правил игры на этом рынке. То есть, нужно отдать смелость, дать признание, да, и уважение руководству компании, группы, точнее, руководству группы компании SkyWay, потому что был выбран этот способ, да, потому что за это время чего только не было сказано в прессе, да, то есть наелись столько всякой дряни, которая писала, что непонятно, чем занимаетесь и так далее, да, то есть как бы краудфандинг, он действительно до сих пор воспринимается огромным количеством людей как что-то такое запредельное, страшное там и так далее, и так далее. Но по большому счету на международном рынке это явление, наверное, существует немножко больше, да, и по сути дела пошло, наверное, это все где-то с территории Соединенных Штатов, там с Европы, где просто люди, которые хотели реализовать идею, выходили с предложением, что вот мы хотим создать вот это, дайте нам немного денег, и тем, кто даст, там, например, больше такой-то суммы, мы вам в подарок подарим то, что мы хотели там разработать. Ну вот так, если на пальцах. Но же речь идет о крупной, скажем так, инфраструктурной технологии, и здесь речь идет не о том, что вам подарят там кусок рельса, да, который создадут, либо там кусок мотор колеса, либо еще чего-то, да, корпуса Юнибуса, а вы становитесь совладельцами технологии, будете получать распределение прибыли от компаний, которые будут идти с разных уголков земного шара после того, как будут строиться дороги и так далее. Кстати, стоит отметить следующее, да, что вот тот проект, который у нас сейчас активно развивается в Эмиратах, то, что мы строим сейчас в Шарджи, как заявил генеральный конструктор, стратегия компании такова, что даже прежде, чем мы достроим этот центр на территории Шарджа, да, мы уже приступим к строительству адресных проектов, потому что где-то такие договоренности, наверное, да, и уверенность генерального конструктора в этом есть. Потому что переговоры, в принципе, с Объединенными Арабскими Эмиратами, они ведутся, наверное, не один год, уже, можно сказать, даже больше 10 лет. Если немножко посмотреть историю развития струнных технологий в целом, то первые, наверное, попытки реализовать, точнее, продемонстрировать технологию, сделать презентацию, они были еще в начале нашего тысячелетия, когда Анатолий Эдуардович ездил на территорию Объединенных Арабских Эмиратов и проводил там первые встречи касаемо развития технологии
Тогда она называлась струнной технологией, да, струнной транспортной нитью. Сегодня мы называем ее Skype. Вот таким вот образом. И тем людям, которые ну, где-то устали ждать и прочее, я могу сказать следующее. Действительно, это стартап. Да, действительно, мы, по сути дела, технологический стартап. Да, то есть сразу заранее можно было предположить, что это ну, где-то высоко рискованные инвестиции. Да, но что могу сказать, что вот на протяжении 5 лет с каждым годом да, рисковость она снижалась, наверное, в разы и на порядке. Потому что компания, привлекая денежные средства, направляла их на реализацию технологий, строила там экотехнопарк, создавала производство, да, все это, скажем так, вкладывается в копеечку, демонстрировала технологии действительно в разных точках земного шара, чтобы люди видели, что мы из себя представляем. И, по сути дела, все, что делало руководство компании, все, что делали там наши конструкторы и прочее, оно все, скажем так, наполняло стакан. И на сегодняшний день можно уверенно сказать, что, по сути дела, технология действительно продемонстрирована. Вот. Ну, а чтобы не быть голословным, да, пока вы будете, скажем так, взвешивать информацию, которую я сегодня дал, и перед раундом, наверное, вопросов-ответов, я просто включу сейчас ролик, который продемонстрирует достаточно свежий, кто-то из вас его видел, возможно, кто-то не видел, что мы сегодня имеем, да, к чему мы сегодня пришли. Кстати, в этот ролик вошли далеко не все виды транспортных средств, которые сегодня построены по технологии Skyway, но, тем не менее, я вам предлагаю ролик посмотреть, а после этого мы, наверное, с вами пообщаемся в формате вопрос-ответ. Вот, я договорю то, что начал говорить, касаемо тех людей, которые устали. Хорошо? Thank you.
Итак, друзья, в ролике был продемонстрирован модельный ряд транспортных средств SkyWay, целый ряд из которых прошел сертификацию. Есть, конечно, концепты, да, то есть высокоскоростной, который продемонстрирован в ролике, скажем так, то, над чем работают сейчас специалисты нашей компании, он будет реализован на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И Анатолий Дарчинский даже называл Эмират, это Абу-Даби, да, там, где выделен участок местности, где можно будет построить, скажем так, путевую структуру достаточно большой длины, там свыше 25 километров, где мы сможем продемонстрировать транспортное средство, разогнанное до скорости 500 км в час, возможно, более. Да. Вот. Итак, вернуться, если к той теме, которую я, ну, заострял внимание до ролика, смотрите, то есть мы начали реализовать проект в 2014 году, и, по сути дела, мы сразу говорили, что это венчурные инвестиции. Да? То есть здесь венчур – это высоко рискованные, и здесь есть, наверное, ключевое слово – инвестиции. Вот, например, на нескольких последних форумах, где мы представляли технологию там, людям, имеющим прямое отношение к миру инвестиций, выступали спикеры, выступали люди, которые, скажем так, на инвестициях съели салата, как это говорится. Да? Они говорят, слово «инвестиция» оно подразумевает, в принципе, стайерскую дистанцию, да? Не спринт. Потому что как бы спринт – это трейдерство. То есть утром купил дешевле, если что-то выросло в цене, вечером продал дороже, заработал маржу и так далее, и так далее. Так вот, что хотелось бы сказать. То есть мы имеем отношение к инвестициям, к венчурным инвестициям. Да, действительно, мы тогда вкладывали денежные средства, должны были понимать, что это, в принципе, действительно дело там ни одного дня, ни одного месяца, ни одного года. Да, потому что это действительно крупная технология, тяжелая транспортная технология. Причем на сегодняшний день подобных, наверное, проектов, которые реализуют что-то подобное, нет. Если мы вернемся и затронем тему тех же венчурных инвестиций, да, привлечения инвестиций посредством краудфандинга или реализации чего-то подобного. Ну, в плане по масштабу, скажем так, задумки и так далее, и так далее. Вот. И если, скажем так, люди, которые пришли, надеясь, прежде быстро заработать и так далее, касаемо, вот опять же, не методики, наверное, а стратегии инвестирования, должны были понимать, что это вот... Вы захотели заработать SkyWay, да? Это нужно было рассматривать как одну из возможностей, которые сегодня существуют на рынке. Вот, потому что и сегодня есть, скажем так, возможности инвестировать в разные направления развития бизнеса, там, недвижимости, фондовый рынок, да, если вы хотели, скажем так, гораздо быстрее что-то оборачиваться и прочее, нужно было выходить, выкупать акции, например, какие-то пакеты акций существующих сегодня компаний, вот, нагревать основную маржу там, а потому что слово вот инвестиции, опять же, многие специалисты этого мира говорят, если вы вложили денежные средства во что-то и планируете, что оно вам будет приносить доход, то это как бы так речь идет там о 5-10 годах. Сразу хочу сказать, чтобы никого не расстроить, было огромное количество людей, которые себя, наверное, некорректно вели, которые говорили, давай скорее, вот у нас там сейчас там 5-й этап, а 15-й этап будет очень быстро, давай неси скорее деньги и так далее, и так далее. Ну, таких людей много в разных видах деятельности, в разных видах бизнеса, которые во главу угла ставят только деньги, которые они заработают там по партнерской программе. Вы знаете, да, наверняка, что у нас есть партнерская программа, которая позволяет вам создавать источник дохода еще до момента выхода группы компании SkyWay там, на уровень на монетизацию, да, на до получения дивидендов вы можете создать свою, скажем, бизнес-структуру, от которой вы можете получать процент от привлекаемых инвестиций. Будете вы это делать или нет, это ваше право, вас здесь никто не заставляет это делать, да, потому что к этому есть абсолютно разные отношения. Есть люди, которые относятся к миру инвестиций, которые обучают финансовой грамотности, да, вот там молодые люди среднего возраста, которые считают там MLM-бизнес, сетевой маркетинг чем-то, скажем так, страшнее средневековой чумы, да, которая выкосила пол Европы. А есть люди, например, как Роберт Киосаки, которые стали в традиционном бизнесе успешными миллионерами там, и мультимиллионерами, они считают, что это одна из самых доступных, самый доступный вид деятельности для абсолютно любого человека. Даже книги про это пишут, да, вот там бизнес-школа, вот, и так далее, если вы читали и прочее, прочее. Поэтому партнерская программа – это, скажем так, хорошее дополнение для тех, кто не просто жадный, да, который, наверное, планирует зарабатывать деньги, да, и планирует это делать посредством тому, что обучает других делать то, что умеет сам, вот, что очень важно. Это основной принцип развития любой структуры, да, не просто подпиши человека на навешав ему лапши и прокричав, что вот у нас там сегодня 4-й этап, а 15-й будет через полгода, и мы там в 16-м году уже выходим на IPO и так далее. Были ли такие фразы? Вот напишите, кто-нибудь из вас слышал такие обещания? Вот я могу сказать, что таких обещаний было много, к сожалению, да, вот. Я смотрю, люди уже пишут вопросы, поэтому... Если вы устали ждать и прочее, да, если вы, скажем так, но тем не менее в тайне, в душе у вас сохраняется надежда на то, что вы здесь будете зарабатывать деньги, пожалуйста, ребят, ну, выберите себе какие-то еще другие инструменты инвестиционные.
прилагайте усилия там, заглядывайте к нам сюда на вебинары и, скажем так, читайте информацию об успехах развития нашей компании и так далее, и так далее. Потому что все-таки это венчур, это опять же, это инвестиции. Вот. Компания развивается, компания, скажем так, развивается теми темпами, которые на сегодняшний день возможны, да? Ввиду, опять же, привлечения этих инвестиций. Компания развивается в большинстве своем все-таки, да, вот там 99 там и сколько-то, на деньги тех, кто вот поверил, кто стал совладельцем пакета долей и так далее. Да, сейчас ситуация поворачивается вспять, да, сейчас на нас обратили внимание в Эмиратах, нас там поддерживают и так далее. Демонстрируем результат, начнем развиваться активней, и все ближе будет тот момент, которого ждут, ну, огромное количество людей, да, вот там, ну, когда же я смогу продать свои акции там, и получить какие-то дивиденды и так далее, так далее. Так, тут я смотрю, люди начинают задавать вопросы. Видели новое видео от вьетнамцев? Строительство на том же уровне, что и 3 недели назад. Вот я не знаю, про каких вьетнамцев. Дело в том, что во Вьетнаме мы вообще не строим, да? Вот, вот здесь сейчас написал Игорь информацию, что видели видео от вьетнамцев. Мы никогда еще не заявляли, что во Вьетнаме мы приступили к чему-то, к какому-то строительству и так далее, и так далее. А я могу сказать следующее, что я видел там фотографии, видео с территории парка в Шарже, которые были в начале мая, когда Анатолий Дарди встречался там с лидерами развития бизнеса Skyway Capital, да, то есть там были одни фотографии, промежуточные опоры и возле анкерных и так далее. А через 2,5 недели еще, когда Рамадан там этот продолжался, я видел уже совершенно другие фотографии, что был выполнен гораздо больший объем работ. Поэтому, ну, каждый, наверное, видит то, что хочет видеть. С другой стороны, конечно, я тоже, как и вы, хотел бы там видеть какие-то чуть ли не раз в 3 дня отчеты там, а некоторые люди любят, да, вот как вот когда-то был пожар, помните, на территории Российской Федерации на Дальневосточном округе, там выгорело немеренное количество, наводнение. Вот. И там было решено, что для того, чтобы поставить камеры, чтобы в режиме реального времени там президент либо премьер мог зайти и посмотреть, как осуществляется стройка новых домов для людей. Но у нас такого не делается. Мы имеем дело, скажем так, не просто со стройкой домов, а с новой технологией, которая имеет свои какие-то ноу-хау и так далее. Поэтому давайте наберемся немножко терпения. Когда принимали решение инвестировать в Skyway, нужно было не доверять бизнес-плану. Вы знаете, Игорь, ваше право доверять бизнес-плану или не доверять бизнес-плану. Огромное количество компаний, которые развиваются в мире в разных направлениях, не всегда на 100%, скажем так, следовало бизнес-плану. У многих получилось позже, у кого-то раньше, например, выход на рынки. Огромное количество компаний, которые сегодня, скажем, своим акционерам выплачивают деньги, они о IPO даже не помышляют. Может быть, действительно большая ошибка там где-то была поначалу, в 2014 году, когда мы часто говорили слово IPO, 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 а в итоге сейчас пришли к пониманию, года два назад еще, наверное, да, что если будут приходить просто деньги целевым образом от тех, которые хотят строить дороги у себя там, и они будут финансировать проектные работы и так далее, и строительство оплачивать, зачем выходить на IPO? Соответственно, компания уже в этом случае может иметь прибыль. Да не знаю, что это за Игорь. Я знаю, вот был Игорь с Орловской области, да, или с Орла, который, скажем так, где-то поддерживал технологию. Это может быть другой, хотя Игорь, может быть, начиная от князя Игоря, да, и до сегодняшнего дня, я не хочу никого обидеть, хороший имя и так далее. По поводу Индии, США и Канады вопрос задает Александр. Да, на сегодняшний день практически жители всего мира могут приобретать пакеты долей в компании Skyway Capital. Вот что я могу ответить. И с Индии, там, и США, и с Канадой, насколько я знаю, снято ограничение. Пожалуйста, инвестируйте. По поводу троллей, да ради бога, ребят, каждый имеет право, наверное, все-таки высказывать свое мнение, да, и где-то... Один, наверное, из правильных путей – не сильно раздражаться, не сильно замечать, что про тебя там, кто в тебя тычет пальцем и так. Вы знаете, мнение же немерено, да, то есть вы можете идти по улице, у вас, на вас будут смотреть те, кому вы нравитесь, и есть огромное количество людей, которым вы просто не нравитесь. И какое бы вы действие ни предприняли, да, будут как бы люди, которые скажут, да все это нормально, а будут те, которые скажут, блин, ну, из рук он выходящий. Я вот говорил иногда на вебинарах слова Элеонор Рузвельт, я думаю, многие из вас их помнят, да? Делайте то, что ваша совесть подсказывает, что вы делаете правильно. У вас всегда будут последователи, у вас всегда будут оппоненты. Вас проклянут, если вы это сделаете, вас проклянут, если вы этого не сделаете. Выбор за вами. Вы знаете, были сложности, вот я по поводу вот ограничений, я еще раз уточню, но буквально... Более чем полгода назад здесь была информация, вот мы общались и прочее, что ограничения были сняты. Может быть, в РСВ там остались ограничения касаемо белорусов, да, потому что там свое законодательство, там вы ничего не можете купить.
минуя официально, скажем так, людей, которые имеют непосредственное разрешение там, от Центробанка либо от кого-то еще осуществлять деятельность там, на рынке акций, брокером там, работать и так далее, и так далее. Вот. Потому что, я насколько помню, Индию точно снимали, ограничения люди могли там приобретать. Вот Канаду тоже, США, ну, может, только США надо уточнить. Потому что я помню, что проблемы эти были сняты. Так, в чем отличие гибкой и жесткой транспортной линии Skyway, уровень их прочности, характеристик, вертикальным нагрузкам, когда следующие 5000 инвесторов смогут обменять 100 тысяч долей на 1000 долларов? Ну, давайте я попробую ответить. Ну, в чем разница гибкой и жесткой транспортной линии Skyway, вы видели, да? То есть жесткий рельс, скажем так, у него прямая, скажем так, балка на небольших расстояниях, там 40, 50, 80, 100 метров стоят промежуточные опоры и так далее. Гибкий рельс, он, как правило, будет реализован между высотными зданиями, либо высокими опорами, соответственно, конечно же, прочность этой путевой структуры будет отличаться. На гибкой, скажем так, путевой структуре будут более легкие транспортные средства. Но, как говорит Анатолий Дорочинский, минимальный запас, вот если вы почитаете наши документы путевой прочности, скажем так, путевой структуры по отношению к тем нагрузкам, которые она будет нести, от 10-кратного до 100-кратного. Вот. С учетом, скажем так, нагрузок там ускорения, торможения и так далее, и так далее. Вот. Касаемо следующих 5000 инвесторов, которые смогут обменять, я пока ничего сказать не могу. Мы слышали информацию, вы тоже, о том, что, скажем так, разговоры об этом ведутся. Разговоры ведутся о тех людях, которые в мудром возрасте, тех, кто давно нас поддержал, в первую очередь приоритет будет отдаваться им. Как это будет реализовано, и будет ли это 5000 человек или нет, я вам сказать не могу. Но я думаю, информацию мы это услышим, и, возможно, до экофестиваля, который состоится у нас в августе, экофестиваля. Да, еще отвечу, пока не отвечу, еще не смотрел на вопросы в социальных сетях. Хочу сказать следующее. Смотрите, наш еще, скажем так, бизнес, развитие нашего проекта именно Skyway Capital опирается и на определенные действия, которые делают партнеры, инвесторы для того, чтобы расширять аудиторию людей, ставших совладельцами пакетов долей, ставших инвесторами и так далее, и так далее. У нас проводится целый ряд мероприятий, обучающих мероприятий, конференций, презентаций в разных уголках земного шара, на разных языках и прочее. Об этом во всем вы можете найти информацию в разделе «События». Я бы хотел сейчас буквально 30 секунд занять ваше время и сказать, что вот у нас в начале июля месяца намечается мероприятие, которое будет проходить в столице Алматы. Возможно, у вас есть знакомые, друзья, скажем так, партнеры по какому-либо бизнесу, либо коллеги, с которыми вы когда-то, может, однокашники, да, вы можете дать эту информацию, они посетят мероприятие, которое будет проводить семья Гаитовых в Алмате, да. У нас вот сегодня выложена информация, ну, конечно, это в первую очередь для инвесторов и партнеров, которые проживают на территории Чехии и Словакии. В Брно будет проходить конференция, да, и вот выкладывается сейчас, конечно, будет выложена в ближайшее время информация касаемо мероприятия, это пятилетие развития Skyway на территории стран Балтии, будет проходить встреча, это больше, наверное, даже не обучающее мероприятие, больше такое, наверное, праздничное, скажем так, встреча, тех, кто давно стал нашими инвесторами, тех, кто, скажем, недавно стал, но считает себя членом семьи Skyway Capital, да, то есть данное мероприятие тоже ожидается в июле, завтра будет выложена информация на русском и эстонском языке. По мероприятию в Словакии хочу сказать, что сегодня вы уже можете ознакомиться с информацией на словацкой страничке нашего личного кабинета и на чешской страничке. Вот таким вот образом. Следите за этой информацией, используйте мероприятие, предоставьте возможность людям на своих родных языках получить информацию о развитии проекта. Возможно, это ваши потенциальные партнеры, ваш доход там и так далее, и так далее. И какое-то количество людей, которые, возможно, опять же говорю, да, потенциально вам в будущем скажут огромное спасибо. Когда планируется выход акций на мировой рынок? Вы знаете, он произойдет тогда, когда, скажем так, сложится ситуация, что мы смело можем заявить, что мы выходим, скажем так, на мировой рынок и так далее. Больше, наверное, было правильно сказать, когда планируется выход там, технологий на мировой рынок, да, вот, но это, наверное, состоится немножко раньше, потому что для того, чтобы, скажем так, если мы говорим о биржевых площадках, действительно нужно показывать там какое-то количество лет получаемой прибыли и прочее, но тем не менее... Можете ли вы зарабатывать деньги до выхода компании на крупной биржевой площадке? Потенциально могу сказать да. Если у компании будет прибыль, возможно, будет продуман механизм, как она будет распределяться между теми, кто эту технологию поддержал. Но на 100% я вам это не говорю. Давайте дождемся, скажем так, решения, которое будет руководством в зависимости от развития нашего проекта. Так, ну вот тут есть один человек, который задавал вопросы касаемые наши технологии, да, вот одни разговоры, где 150 км в час, почему юнибайки ездят 40 км и так далее.
хотя было обещано 150. Ну, вот одно могу сказать, что до 103 км в час Юнибаль таки был разогнан на территории экотехнопарка. Вот. Об этом говорилось, да? В основном они ездят со скоростью 400, там 60, там 50 км в час. Идет отработка, скажем так, того, что необходимо отработать. Но потенциал у транспортного средства – это 150 км в час. Я сейчас не пытаюсь вам чего-то доказать и так далее, да? Но потом человек тоже задает вопрос, как я могу влезть в эту аферу. Соответственно, я не знаю, вы уже наш инвестор или нет. Вот. И тут же, скажем так, предположение этого же человека, то, что еще на 5 лет мы растянем 14-15 этап и так далее, и так далее. То есть, если вы сомневаетесь в том, что мы это будем реализовывать и постараемся максимально быстро это сделать, ну, надо ли вам, скажем так, как вы говорите, влазить в эту аферу, если у вас уже настроение, состояние вашей души, скажем так, и мозги ваши направлены в направлении того, что это афера, ну, зачем это делать? Проинвестируйте деньги в криптовалюту. Вот там можно хорошо влететь, можно хорошо выиграть, если вам повезет, да. Если у вас есть сегодня лишний там, ну сколько стоит биткоин сегодня? 10 с лишним тысяч. Если у вас есть там хотя бы 100 тысяч долларов, да, купите себе, скажем так, 10 биткоинов, вот. Ну и радуйтесь. Возможно, вы уже там все в биткоинах, да, и у вас там сумасшедшая прибыль. Вот. Я не знаю, скажем так, с какой позиции вы рассуждаете, какой у вас инвестиционный портфель вообще и в каком направлении, скажем так, у вас куплены там акции, облигации и так далее, и так далее. Но считайте аферы, зачем что-то делать? Про токены, да, сделали обмен, дальше что? Вы знаете, я сам сделал обмен, то есть я жду запуска криптоплатформы, касаемо того, что когда она будет запущена, я думаю, все, кто осуществил обмен долей на токены, получат информацию, что и как нужно будет сделать. То есть, возможно, какие криптокошельки открыть, на какой платформе там, и так далее, и так далее. Давайте дождемся, нам было сказано так, что все необходимые инструкции, те, кто стал владельцами токенов уже на сегодняшний день, да, мы с вами получим. Вот. Ну, я не знаю, опять же, вопрос, если крупные инвесторы, вот что по-вашему крупный инвестор? Для кого-то крупный инвестор, кто инвестировал 10 тысяч, да? Вот. Если внимательно слушали вебинар, у нас есть люди, которые инвестировали больше 150 тысяч долларов. То есть, ну, это можно считать довольно крупной инвестицией. По поводу, скажем так, перехода, там, вы помните, мы перепрыгивали с этапа на этап, я точной информации, вот у меня документального подтверждения нет, но, возможно, скажем так, один или несколько инвесторов, по сути дела, проинвестировали развитие целого этапа. Но утверждать на 100% я вам это не могу. Поэтому крупный инвестор или мелкий, ну, это достаточно относительная величина, потому что что вы считаете крупным инвестором? Точнее, кого вы считаете, да, то есть крупным инвестором? По поводу оценки долей, если мы не выйдем на IPO, как они будут оцениваться и так далее, и так далее. Ну, давайте дождемся этого момента. Как это будет, скажем так, происходить и прочее. Вот у нас сейчас та же криптоплатформа, да, стоимость токена, то есть какова она будет. То есть мы с вами все это в ближайшее время увидим. Я просто, ну, не люблю фантазировать и сам придумывать, сколько потенциально что может стоить. Мы могли взвесить по отношению того, как был осуществлен обмен токенов, да, то есть 100 тысяч долей были обменены на 2000 токенов. Те люди, которые получили, скажем так, взамен 100 тысяч долей, им выплатили 1000 долларов, соответственно, можно было предположить, что на момент обмена долей на токенов стоимость одного токена составляла 0,5 цента, правильно считал? 100 тысяч долей – это 1000 долларов, 1100, да, 0,5 цента. Вот таким вот образом. Вы знаете, разоблачений SkyWay на YouTube много. Вот. Под этим названием, вот просто вопрос такой, на YouTube уже на первом месте почему-то разоблачение SkyWay. Там много разных разоблачений. Люди высказывают свое мнение, как бы заткнуть кому-то рот. Я считаю, это невозможно. Да, вот как бы, вы знаете, есть там инициация нескольких судебных дел и прочее. Я, опять же, это мое личное мнение, оно может быть неправильным, может, меня не погладят по головке. Удел сильного, да, не замечать то, что кто-то там кусает за ноги и так далее, и так далее. Если, скажем так, уверен в том, что вот мы двигаемся в правильном направлении и так далее, то целый ряд мелких, наверное, вот таких напрыжек, да, там и высказываний, их можно просто не замечать. Это я имею и с точки зрения отношения, скажем так, вот сотрудников компании, там, руководства компании и так далее, и так далее. Да, есть те, которые, может, осаждают особо, там где-то обзываются, некрасиво, скажем так, себя ведут, вот, высказывают, скажем, мнение там, о личностных каких-то качествах людей, которые развивают технологии. Это некрасиво, это неправильно. Вот. А то, что там они сомневаются в развитии технологий и прочее, лучший способ, который, скажем так, ответом на вот такие вот ролики и прочее, это показать, чего мы достигли, да, показать в деле реально работающих технологий. Вот к чему мы сегодня двигаемся, к чему мы стремимся.
Вот и все. А в жизни кого только не ругали. Я так понимаю, те люди, физики, которые, скажем так, продвигали какие-то новые теории, там, кванты и так далее, и так далее, сколько в мире, скажем, той же физики, да, поначалу считали их сумасшедшими и прочее, прочее. Сегодня вон квантовая физика активно развивается и так далее, и так далее. Это только квантовая физика. То же самое было с железной дорогой, то же самое было с чем угодно. С тем же персональным компьютером, когда тот же Джобс там или Гейтс обратились к руководству компании IBM и говорят, давайте будем это двигать, им покрутили виска, сказали, вы сумасшедшие, это нафиг никому не нужно. Потому что у нас самая большая там LLM, которая может считать там, сколько-то операций, там миллионов или тысяч операций в секунду там, и так далее, и так далее. Ну, к чему мы пришли сегодня? Я помню, когда в нашу жизнь ходил первый мобильный телефон. Я сам лично говорил, говорю, да нафиг он не упал. Там у нас ходили, он, я в Харькове тогда жил. Несколько десятков людей, которые платили там по 2 доллара за минуту. И мы просто думали, ну зачем они нужны? А сегодня ситуация обратная. Зачем нужна кому-то стационарная связь? В большинстве своем. Вот. Люди очень здорово обходятся мобильно. Так, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Потому что в чатах вебинаров я их уже не вижу. Кстати, на этой неделе, вот если не ошибаюсь, вебинаров в среду и в четверг у нас не будет, да? Вот. Те люди, которые имеют, скажем так, друзей, знакомых, коллег по работе, там, партнеров по бизнесу в разных странах, загляните на страничку, скажем, живых презентаций и онлайн-мероприятий на других языках. У нас на этой неделе будет и то, и другое, то есть и вебинары, и презентации в разных городах и странах. Просто используйте этот инструмент. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Экофестиваль, да, вы знаете, что, скажем так, с приближением даты экофестиваля будут дорожать билеты, поэтому если вы планируете вживую увидеть, еще ни разу не были на территории экотехнопарка, то поторопитесь, приобретайте билеты, говорите с людьми, которые уже являются нашими партнерами, либо не являются нашими партнерами, да, они могут вживую увидеть, потрогать руками то, что там построено. Потому что еще огромное количество людей, которые как раз-таки на том же YouTube, да, дают свою экспертную оценку, что вот эта технология потенциально, наверное, не существует, потому что, глядя на реально, скажем так, передвигающийся там трехсекционный юникар, шестиместный юникар, там 14-местный юнибус, юнибайк, который у нас двигается в путевой структуре, они говорят, что это компьютерный график. Для таких людей что? Повязку на глаза, веревку на руки, цепь на ноги, в чемодан сложили, привезли, поставили к юнибайку. Говорят, ну вот компьютерный график. Шутка, но тем не менее. Были люди, которые принимали решение о сотрудничестве с нами, побывав на территории экотехнопарка, побывав на экофестивале и вживую увидев, что реально все-таки что-то существует. Да, не кто-то там вроде бы рисует какие-то картины для того, чтобы пудрить людям мозги. Вот. Коллеги, у меня на этом все. Хотел меньше, но мы сегодня все равно проговорили целый час. Надеюсь, что не зря потратил ваше время. Ну, могу только предполагать, потому что вам виднее. Вот. Осталась последняя неделя июня, да, то есть что я могу пожелать? Хорошего развития всего, что происходит в вашей жизни. Вот. Здоровья, любви и денег, отличного настроения. Пусть лето, скажем так, принесет вам все то, чего вы от него ждали. Успехов всем членам вашей семьи. Пусть все складывается в жизни так, как вы выбираете. Ну и успеха развития нашего проекта. Если вы являетесь нашим партнером и инвестором, ну, наверное, душой поддерживайте и своими мыслями ускоряйте продвижение нашего проекта для того, чтобы мы быстрее могли воспользоваться теми выгодами, о которых мы рассказываем на вебинарах. Либо дивиденды, либо, скажем, продажи какого-то количества долей, если вы посчитаете нужным. А главное, чтобы технология была применима в разных уголках земного шара, чтобы то, что делает Яницкий, то, что делает команда конструкторов, да, было реализовано, и то, что мы с вами, скажем так, нашли полное подтверждение тому, что однажды приняли правильное решение. Это я вам желаю. Еще раз здоровья вам, любви, денег и спасибо за внимание. До новых встреч.